The day before, early access December 7. The Day Before – это уникальное переосмысленное путешествие в постапокалиптический мир в жанре ММО с элементами выживания, разработанное Fantastic и издаваемое Mytona. Открытый мир The Day Before красив и глубоко детализирован. Действие происходит в наши дни после разрушительной глобальной пандемии. Игра начинается после того, как вас спасают выжившие из колонии Вудбери, которая становится вашим новым домом. From now on, the doors of Woodbury will always be open to you. Но сначала вам предстоит создать своего персонажа. Выберите характер, пол и внешний вид, полностью погрузившись в наше представление о постапокалиптическом мире. Жители Вудбери работают над восстановлением общества, постоянно нуждаясь в припасах, строительных материалах и различных предметах. Ваша главная задача — принести в Вудбери как можно больше ценной добычи, и взамен вы будете вознаграждены местной валютой, известной как Вудкоин. Who the hell needs your junk? Следите за показателями своего здоровья, голода и жажды. И помните, опасности здесь на каждом шагу, начиная от зараженных и до других игроков, готовых отнять у вас все до последнего. Выживание в этом мире разработано для получения захватывающего опыта. Оружие и его модификации созданы с максимальным реализмом, чтобы бои оставались интересными в любых ситуациях. Каждое оружие обладает уникальными характеристиками и реалистичной механикой перезарядки и отдачи. Выполнение различных общественных заданий также дает возможность заработать вудкоины. Well, well, who do I see here? How's it going, my friends? Вудкоины можно обменять на патроны от обычных до бронебойных. Оружие, защитное снаряжение, рюкзаки, еду, напитки и лекарства. Доступ в спа для отдыха и в тренажерный зал для занятий спортом. Защитите свои накопленные предметы, храня их в надежном хранилище. Обменивайте вудкоины на машины, чтобы быстрее собирать добычу и добираться до отдаленных мест. Вы получите собственную дачу, на которой сможете приобретать и улучшать дома, а также устанавливать мебель и декорации. Дача станет вашим уютным и безопасным оазисом среди постапокалиптического хаоса. Добро пожаловать в новое поколение постапокалиптических ММО-игр с элементами выживания. Погрузитесь в мир The Day Before. The Day Before. Early Access December 7.